Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Look Tool, и сегодня у нас с вами обзор фена, вот такого вот технического, от фирмы Next Tool. Данный фен у нас, конечно же, бытовой, это не профессиональный инструмент, но при этом производитель дает 2 года гарантии, полный комплект насадок профессионального инструмента, хорошая мощность, двухступенчатая регулировка, и помимо этого еще у нас есть ступенчатая дорегулировка, то есть можно еще и во время работы, помимо вот этих ступенек, плавно добавить или же убавить нагрев. Итак, начнем распаковывать. Как мы видим, у нас кейс. То есть не простая коробочка, а кейс уже удобно хранить. Далее у нас инструкция. Она же у нас паспорт и гарантийный талон. Вот сам инструмент. Как мы видим, достаточно эргономичный. Удобно лежит в руке. Хороший толстый прорезиненный шнур, не будет коленеть. Вот. И, как я уже говорил, ступенчатая регулировка. Всего лишь плюс и минус. То есть, либо добавляем, либо убавляем. Здесь будут постепенно показываться, вот так вот закрываться эти квадратики, или же открываться красненьким цветом. Вот. Далее. У нас здесь есть несколько насадок. Такая. 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 Это просто сужение. Это у нас надо будет, когда в одном направлении, чтобы дуло. Ну и под большим углом. Это, соответственно, у нас более в одном направлении, но угол поменьше. Далее у нас вот такая вот лопаточка по типу. Будет распыляться в стороны. И сужение потока. И, соответственно, скребок. Если собрать, то это будет скребочек. Как мы видим, все насадки основные, даже профессиональных фенов, здесь присутствуют. Что же у нас по техническим характеристикам? Сразу же смотрим на шильдик. Что у нас здесь написано? 2 кВт. Это хорошая мощность для фена. Далее, двухступенчатая регулировка потока. Вот. И температура на первой скорости от 80 до 350, а на второй скорости у нас от, соответственно, 80 и аж до 600 градусов. И по потоку. На первой скорости у нас 300 литров, на второй скорости у нас 500 литров в минуту. Вот такие вот характеристики. И еще немного хотелось бы сказать о внутренней технической части. Здесь у нас на керамике, то есть у нас спираль намотана на керамическом элементе. Они бывают у нас в слюде или же на керамике. На керамике все-таки как бы получше. И, соответственно, немножко подороже вообще сегмент. Но данный фен у нас это бытовой инструмент, это не профессиональный, и цена его достаточно демократична. Наш сайт и канал работают все-таки для бытового потребителя. Профессиональные инструменты я здесь не затрагиваю, профессионалы сами знают, что им надо. Я советую все-таки для бытовых потребителей, поэтому инструмент, который мы советуем, он стоит достаточно недорого. В профессиональных целях использовать его, конечно же, скорее всего, нельзя. Это для бытового домашнего использования, для своих частных домашних нужд. Какие же это нужды? К примеру, замерз водопровод у вас в частном доме, можно отогреть. Может, кто-то занимается какими-то поделками из пластика, к примеру, согинает какие-то элементы или же склеивает. Можно, к примеру, обработать старую поверхность, очистить от краски. Да и в конце концов, можно что-то подсушить, что-то нагреть, что-то расплавить. Так что дома зачастую такой инструмент пригождается. По опыту продаж я вам скажу, что пользуется спросом. И более того скажу, даже ребята наши, которые занимаются тонировками, клеением всяких там пластиков, покупают бытовые вот эти инструменты, и они у них ухаживают достаточно долго. Не зря все-таки производитель дает 2 года гарантии. Это не реклама, я с этого ничего не имею, просто хочу, чтобы вы покупали недорогой, качественный инструмент для своих домашних нужд. Подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт. Всем удачи, пока!